Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вітчизняний кінематограф. У нас в гостях Олег Стахурський та Михайло Кукса. Стахурський – кінорежисер. Закінчив Національний технічний університет Дніпровська політехніка за спеціальністю геодезія та кадастр. Працює над стрічкою в жанрах кіберпанк та детектив-конектор. Хобі – музика. Михайло Кукса – кінопродюсер. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю тепло-газопостачання та вентиляція. Створив кінокомпанію «Бізнесмен». Хобі – кінематограф. Михайло, Олеже, радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми дали таку коротку довідку про вас, але, мабуть, наші глядачі не до кінця, може, знають, хто ви такі. От я пропоную почати нашу розмову безпосередньо з вашої біографії, навіть не стільки, можливо, біографії, як того, як ви прийшли до кінематографу, чому цим почали займатися. Олеже, прошу вас. Так, спасибо. Олег Стахурський, режисер кіно, Михайло Кукса, продюсер і генеральний директор компанії «Куксафільм». Спасибо, что нас пригласили. Собственно, кто мы и чем мы занимаемся? Мы коммерческая студия, которая занимается производством украинского киноконтента. Что говорить обо мне, как я сюда попал, собственно, в индустрию? Изначально я занимался визуальными эффектами, что помогло нам выйти на европейский рынок и понимание кинобизнеса в целом. Затем познакомился с Михайлом Кукса и начали мы двигаться в этом направлении уже вдвоем. Так появилась киностудия непосредственно «Куксафильм», и так стартовала моя карьера как кинорежиссера. Что за спиной? В рамках студии это успешный проект «Короткий метр» с Алексеем Горбуновым, который называется «Kingdom». Если не смотрели, ребята, обязательно на ютубе по открытой ссылке. Это очень интересная штука, которая, думаю, многим понравится. Уже очень хороший у него бэкграунд и фанатская аудитория. С моей стороны также был режиссерский проект, телесериал «Славяне». Это словацко-украинский фэнтези, копродукция интересная. Недавно закончился проказ на 1+1. Я выступал там режиссером двух ключевых финальных эпизодов. Сейчас же мы с Михаилом работаем над жанровым интересным проектом, который называется «Коннектор». Про него мы еще поговорим. Окей, да. Так, Михайло, может, вам есть еще додати? Чому ви, власне, зацікавились кінематографом? У вас також, як могли побачити у довідці, трохи інша така освіта. От чому кіно? Ну, смотрите, какая ситуация. На самом деле, я человек взрослый, да, и как бы состоялся по жизни. И, наверное, это я даже, ну, трудно сказать, что я продюсер. Я, быстрее всего, меценат, и в первую очередь это было хобби. Почему? Объясню. Потому что город, я как бы знаком со многими людьми, город наш был закрыт, вообще закрытый город. Ну, радянские часы, да, как это космично. И, соответственно, техника. Когда, скажем, формировалась элита уже после того, как Украина стала отдельным государством, то эта элита формировалась именно с пониманием, ну, то есть материальных каких-то ценностей. Вопрос о виртуальных каких-то вещах вообще не стоял. И, соответственно, наши элиты, они, ну, тяжело понимают, что, скажем, киноиндустрия, гейм-индустрия – это бешеные бабки, это тоже деньги. Но никто не понимает, что это нельзя пощупать, то есть это виртуальный такой, скажем, продукт. И никто не хочет вкладываться в это деньги. Но с другой стороны, я вам хочу сказать другое, что, образно говоря, скажем, отцы нашего города, они люди, как бы, да, они много сейчас делают, но если выйти в город и спросить, кто был до Куличенко мэром, никто не вспомнит. До Филатова, может быть. Ну, до, ну, Куличенко, так. До речи, Иван Иванович у нас тут в студии был буквально. Уже мало кто вспомнит. А если мы оставим, скажем, после себя какую-то школу и киностудию, да, то, там ни меня, ни Олега не будет, но мы оставим за собой этот след. Это как бы та история, которая
потом делает город известным, потому что, скажем, была бы Одесса без Жванецкого, Мишки Япончика Одесса или Сони Золотой Ручки, может, это просто был бы простой припортовый город, да? То есть люди делают историю. Ну, поэтому... До речі, є приклад, от нехай миколаївці на мене не ображаються, да, але якихось таких значних і відомих виходців з того ж Миколаєва, портового міста, да, у нас, на жаль, да, вот, поэтому я как бы сейчас продюсирую киностудию, да, с одной стороны, с другой стороны у меня есть музыкальная группа, тоже Днепровские пацаны, очень классная музыка, англоязычный контент. Правда, везде проблемы, как сейчас. Украинская группа должна петь на украинском, поэтому нас никуда не пускают. Украинскую. Ну, украинская. Вот, поэтому это было такое, да, хобби, потому что, ну, хочется что-то после себя оставить и все, не более. Так, Михайло, Олеже, от ви почали говорити про картину, ми про неї поговоримо, але трохи пізніше. Uh-huh. Я хочу, почали ми безпосередньо з вас, але почати говорити про кінематограф з таких загальних питань. І от найзагальніше питання, Олеже, до вас. Як ви загалом оцінюєте сучасний стан українського кінематографа? Український кінематограф з огромним потенціалом, але є одне огромне «но». Отсутствие коммерческого продукта. То есть украинский кинематограф попал в такую ловушку, он не обладает самоокупаемостью, он не приносит деньги. Пока это не приносит деньги, индустрия не работает, соответственно, кинотеатры не могут надеяться на кинематограф как на прибыль от украинского контента, который выходит на большие экраны совершенно. Точно это не работает, к сожалению, большому. Также стриминги не могут закупать этот контент, понимая, что они просто не окупаются. А вот вы сказали, это не работает, да? Вот чему это не работает? Чому украинское кино, ну, зрозуміло, есть какие-то державные дотации, можливо, про это да. Також поговорим. Але от, скажем, ну, есть Голливуд, да? Есть угу. Менш відомий, але не менш такий продуктивний за створением кіностарічок Болівуд в Индии, да? И они какие-то гроши зарабатывают, зрозуміло. Якісь фільми набирають касу, якісь набирають, але тим не менше, да, це комерційне кіно. От у чому проблема українського кінематографу? Все дуже просто і прозрачно. Кстати, Болівуд делает ще більше фільмів, ніж Голлівуд. Так, це, ну, количество, це знаю, качество, вопрос. Второй. А вернемся в Україну. В чому основна проблема? Перед создателем не ставиться конкретна ціль. Кино должно нравиться зрителю. Оно должно быть универсальным, понятным и работать как бизнес. То есть человек должен прийти и готов заплатить 100 гривен, купить попкорн и посмотреть украинское кино. Ставятся другие цели изначально. Ставятся цели, я за патриотизм, понятное дело, мы должны продвигать свою идею, массовый культурный пласт должен формироваться, я не спорю. Но впереди всего должен стоять зритель, его интерес и внимание к картине. К сожалению, все, на что могут рассчитывать режиссеры, которые работают в нашей стране, 99% – это госфинансирование. И там своя повестка дня, которая формирует вектор направления, куда работает наш кинематограф. Если в творческом сегменте авторского кино у нас дела идут хорошо, украинские картины заслуженно получают призы на европейских фестивалях, многие из наших режиссеров признаны за пределами нашей страны, то в коммерческом сегменте у нас большая пропасть. Работают максимум народного формата комедии. Все, что дальше в рамках жанра может собирать кассу, отсутствует на рынке в принципе. Потому что не ставится задача. Не ставится задача перед продюсером и режиссером снять кино, которое будут смотреть. Казалось бы, но нет. И как следствие... Отсутствие профильного продюсирования. То есть не появляются продюсеры, которые готовы инвестировать в украинский кинематограф, потому что он, как коммерческая деятельность, выглядит убыточно. И третий закрывающий момент. Мы не снимаем интернациональное кино. Мы не снимаем кино, которое может существовать за пределами нашей страны, к сожалению. Все конфликты, все причины и следственные какие-то вещи, заложенные в наш кино, в наши фильмы, на 99% они понятны внутри страны. Потому что в каждой стране есть свой герой, свой патриот, свои военные конфликты. И для этого закупать наш контент никому не нужно. У них есть свои паттерны культурные. И наши герои им просто чужие непонятны в большинстве своем. Соответственно, вот когда появятся коммерческие кинематографы, понятные, простые истории, которые могут развлекать зрителя и отбивать производство, тогда наш кинематограф выйдет на какой-то новый уровень, в какой-то новый сегмент попадет. И очень важный момент.
тогда у продюсеров появится возможность параллельно зарабатывать деньги на коммерческом кинематографе, инвестировать его в национальную идею, то есть инвестировать его в авторские проекты. То есть он понимает, здесь он зарабатывает, здесь он продвигает украинскую культуру в массы, скажем так. Вот пока это вместе не соберется, к сожалению, индустрия развиваться не может. Мы в таком тупике. Михайло, от продовжуючи думку Олега, ви сказали, що ви, можливо, навіть не стільки продюсер, як меценат, тобто допомагаєте нашому кінематографу, допомагаєте якимось проєктам. От я від слів Олега хочу відштовхнутися і вас запитати, а от ви безпосередньо, як людина, от приходите в кінотеатр, за що б ви заплатили ті 100 гривень, про які говорить Олег? Смотрите, какая ситуация, да, чуть-чуть отойдем. Вообще в мировой киноиндустрии, вот я говорил, что всегда надо работать от людей. В мировой киноиндустрии есть топовые режиссеры, сценаристы, которым дают деньги просто под имя, не читая сценарий. Ну, то есть они приходят, понятное дело, это люди, у которых есть свой почерк, там своя стилистика, они понимают жанр, они понимают, как работает кинематограф, где провалено, где не провалено. Учитывая то, что Олег сценарист сам еще, кроме того, что режиссер, у него есть монтажное мышление, соответственно, он когда пишет, он знает, как это будет выглядеть. И тут вопрос становится не столько в помощи кинематографу, сколько непосредственно ставку делаем на этого человека. Да? Потому что этот человек понимает, что он делает. Да? Зачастую я иногда, ну, мне высылают как продюсеру сценарий, и я понимаю, что у нас нет сценарной школы, у нас, соответственно, там либо журналистику, ну, то есть научились складывать слова, буквы в слова. И вот люди валят, они даже, ну, они пишут, они не понимают, как это снимать. Там триллионы долларов, американцы даже такое. Потому что, ну, нету понимания, как это работает. И многие не понимают жанр, они прыгают. То есть понятно, что в этой каше надо повариться несколько лет, пересмотреть гигатонны фильмов, сидеть часами обсуждать, где провал, где что не работает и т.д. И мы приходим к тому, за что ты готов отдать деньги? Ты готов отдать деньги за интересное кино. Все равно какой это будет жанр. Вы когда за столом собираетесь с друзьями и начинаете друг другу истории рассказывать, вы же не рассказываете бытовуху, я утром встал, пошел. Вы рассказываете интересную какую-то историю. Вы говорите, а прикинь, вот такая ситуация была. И это интересно слушать, потому что история интересна. И фильм также должен быть интересен. Он складывается из каких-то частей. И этот человек, как бы, вот он очень перспективный. Я понимаю, что здесь можно построить индустрию, которой в Украине сейчас нету. То есть в Украине индустрия – это когда вот снимается фильм и зарабатывается деньги. Дополнение к Олегу. У нас в Украине 200 кинотеатров. Даже в хорошие времена, до пандемии, фильм не мог собрать, ну, хороший бокс-офис. А снимая фильм на внутренний рынок про казаков, ну, он уже не нужен ни полякам, ни белорусам. Ну, он никому не нужен дальше. А на 200 кинотеатрах ты не соберешь. Поэтому эта история должна быть вот именно интересная и универсальная в плане того, что мы какие-то глобальные вопросы обсуждаем. Да? То есть, как бы, и это зрителю, там, поляку, финну, французу будет тоже интересно, потому что это касается всего мира, эти вопросы, а не внутренние. От, як би, от така от історія. Олеже, Михайло, хочу, от ми так трохи про гроші говоримо, я хотів сказати таку річ, що, ну, ми, в принципі, це проговорили, що український кінематограф є дотаційним, і держава виділяє якісь кошти. Можна багато говорити, це багато коштів, це мало коштів, ну, можливо, от я колись говорив з Наталією Хазан, вона також є продюсеркою цієї студії, в принципі, річний бюджет, який виділяється на весь український кінематограф – це середній такий голівудський фільм. От, але я за інше хочу запитати. Олеже, з вашої точки зору, от ми сказали, що Болівуд, Голівуд – це є комерційні такі структури. Це такі гіганти, можливо, кіноіндустрії. От чи потрібна взагалі підтримка українському кінематографу на сьогоднішньому етапі для того, щоб йшов розвиток саме нашої кіноіндустрії? Тобто державні гроші, вони допомагають чи заважають навпаки? Конечно, они помогают в любом случае. Вопрос, на что даются те или иные средства. То есть какой-то процент... Имеется в виду, все хорошо, но должно быть что-то еще.
То есть нельзя снимать фильмы только про войну, нельзя снимать фильмы только с каким-то политическим подтекстом или агитационную какую-то повестку дня выводит в основу фильма. Нельзя снимать только историческое кино. Это, их снимать, эти фильмы, обязательно нужно, но должно быть что-то еще, должно быть то, что приносит кассу. Эти фильмы, к сожалению, кассу... Ну, историческое кино – один из самых сложных жанров. Даже если сейчас зайдет какой-то исторический фильм от именитого режиссера, его здесь тяжело будет продать, его в мире будет тяжело продать. А что же говорить про наш продукт? Ну, то есть должен быть баланс. Сейчас очень сильный перекос, чего-то много, чего-то нет вообще. Поэтому здесь вот большая дырка, такая большая брешь находится именно в плоскости коммерческого кинематографа. В плане денег, опять же, очень важный момент. Мы живем в очень интересное время, время стриминговых платформ. Это значит то, что мы можем себе позволить продавать кино категории «Б». Как бы это ни звучало, зайдя там на HBO+, на Netflix, на Hulu, еще какие-то стриминговые платформы, Олеже, я очень, скажу, очень много. Що багато хто буде нас дивитись по телевізору, тому такі речі я просив би пояснювати. Категорія «Б» кіно. Що таке категорія «Б»? Смотрите, очень важный момент. Ми з начала ВХС-епохи, з 80-х по сьогоднішній день привикли смотреть фільми категорії «А», то есть блокбастери. На постсоветский рынок, в Украину в том числе, всегда заезжали картины с очень высоким бюджетом. Наши прокатчики никогда не рисковали. То есть мы привыкли входить в кинотеатры на картины, которые там 100 миллионов долларов и выше. Вот мы привыкли смотреть такое кино. Это А-категория, скажем так. С появлением... При этом вторичное кино до нас доходило очень мало. Второй момент. Украинский зритель смотрит все бесплатно, 90%. Мало кто действительно по подписке, честно, на стриминг-платформах смотрит контент. Смотрит его на бесплатных онлайн-кинотеатрах. И опять же категорию А. То есть украинский зритель балованный. В то время как в Европе и в мире всегда существовала еще прослойка более дешевых фильмов. Дешевых – это не значит плохих. Просто они обладали меньшим потенциалом, более простым визуалом. Меньше бюджет на стороне. Да, и там делали ставки на интересные истории. Вот. И этот формат приживался. Даже есть определенные сети кинотеатров, где крутятся такие фильмы. Дешевле билет, меньше зрелищность. Но это интересная история, какой-то интересный концепт. С появлением стриминг-платформ этот контент закоренился. То есть, например, тот же Netflix, он не может продавать и показывать только фильмы там 100-миллионники, только блокбастеры. Поэтому в сетке присутствуют фильмы там и за 5, 10, 20, 30, 50, и это может быть даже несколько тысяч долларов всего кино какое-то полуавторское такое. Вполне себе смотрибельно и интересно. И в этот сегмент мы должны целиться, потому что в Украине нет потенциала снимать блокбастеры. Нам нет смысла бороться в этом поле. Мы проиграем европейскому и голливудскому кино на старте. Но есть другой сегмент, в который мы не лезем. Коммерческий кинематограф, который снят очень относительно небольшие бюджеты. И украинский фонд кино способен покрыть вот такую вот расходную часть. Если мы правильно выберем вектор развития, можно снимать крутое, недорогое кино. Было бы желание. Михайло, власне, коротке питання, але стосується вас от як людини, яка вкладає. Чи вважаєте ви, що на українському кіно у перспективі можна заробляти? І чому зараз цього заробітку немає? Да, смотрите, зарабатывать можно. Просто вопрос, если мы возьмем опять же историю, мы живем все время там 20-21 век в эпоху революции. Образно говоря, то есть не революции военных, а технических. То есть ездили люди на лошадях. Была целая индустрия, которая кареты делала, там почтовые эти. Появились машины, и лошадей съели за 10 лет. То есть целая индустрия умерла. Перестали выводить все. То есть это произошла революция. И вот кто первый Ford начал делать машины, да, он потом какое-то время и стоял. То есть сейчас пандемия стала революцией для кинематографа, то, что Олег сказал. Кинотеатры закрылись, притом в мире, и, соответственно, дорогих блокбастеров сейчас неинтересно делать, понимая, что они не окупятся. То есть доделывают то, что уже начато. Но никто не заводится на новые, а как бы английский банк говорит, что 28-й год, условно, это конец пандемии. То есть мы прекрасно понимаем, что у нас там пятилетка свободно есть. То есть учитывая, что мы делаем для стриминга, а стриминги, так как люди смотрят с телефона сейчас, стриминг почти каждый сотовый оператор начинает открывать. Ну, то есть, как бы, свой кинотеатр, потому что люди на телефоне. Угу. То есть люди, как бы, платя за телефон, уже являются подписчиками этой стриминговой платформы и могут смотреть. Так вот, этих стриминговых платформ настолько много стало в каждой стране, что если сделать фильм и не рассчитывать на кинотеатры,
с кинотеатрами еще ж беда, им надо было половину отдавать, то есть там надо дистрибьюторам было отдавать, надо было прокатную лицензию получать, то стриминг здесь не надо, здесь живые деньги, которые приходят сразу. И продавая даже недорого на стриминговые платформы, учитывая, что их много, то вполне может быть, мы же говорим, что при условии, что это будет интересная международная история. Угу. Так, пропоную перейти безпосередньо до тої стрічки, на якої зараз ви працюєте, стрічка «Коннектор». От що це буде за кіно? «Коннектор» – це кіно, яке знімається на англійському мові. При цьому це український проєкт. Головний герой у нас – британський актер Марвін Санчес, который на самом деле живет в Днепре. Это очень такой человек-парадокс. Человек, который учился в Лондоне, служил в лондонском театре. И волею судеб оказался в Днепропетровске. Теперь уже в Днепре. И мы с ним познакомились. Я увидел огромный потенциал в человеке. Это школа, которая там есть чему поучиться. И, собственно, эта картина ориентирована на него как на главного героя. Жанр киберпанк. Что такое хороший киберпанк вообще? И на чем построен? Я вот, до речи, мое наступное питание было, но давайте зараз. Что такое киберпанк? Простым языком, киберпанк – это всегда прогноз. К чему нас приводят информационные технологии, прогресс человеческий, это всегда такой страшный прогноз, который мотивирует человека задуматься. Что если? И мы сейчас опять же живем в интересное время, когда Илон Маск и там, компания Google и еще много крутых ребят стремятся вживить чипы всем и каждому. Вот, под эгидой безопасности, как правило, под эгидой информационного такого бума и быстрой коммуникации, передачи информации. И, соответственно, наш проект рассуждает на тему, а что если? Что если наше сознание станет подконтрольным? Что если человек в первый раз в своей жизни вдруг станет таким информационным рабом, когда у нас в первый раз забрали непосредственно нашу личность? То есть у рабов забирали их тело, у кого-то забирали недвижимость, а у человека, если забрать личность, что от него останется? То есть об этом рассуждает фильм «Киберпанк». Это, ну, грубо говоря, такое альтернативное будущее, без привязки к стране. Ну, вот, но при этом это не мрачный фильм, там есть элементы приключения, в основе лежит детективная составляющая. И этот проект будет реализован здесь, в Днепре. Для нас это важная продюсерская задача – снять кино в Днепре, чтобы на каждом углу при продаже, при продвижении контента мы говорили, это сделано здесь. Важный момент. В Днепре нет и не было никогда киностудии. Мы знаем киевскую киностудию, мы знаем одесскую, львовскую, в том числе. В Днепре никогда ничего похожего не происходило. Время первых прошло. Мы не говорим, что это первый фильм такого жанра, хотя он таковым является, снятый в Украине. Время первых прошло. Мы просто хотим сделать фильм, который работает как зрелище, как бизнес. И вот такая вот у нас задача. Ну, от безпосередньо, как відбувається съемка? Собственно, пишется сценарий, оцениваем. Ну, вам весь процесс рассказать. Сценарий есть, но, 90... мабуть, тем, кто нас дивится, это цікаво почути. Да, первый драфт готов, на 90% мы понимаем, как это будет выглядеть, мы освоим. Вообще, что такое Днепр? Давайте поговорим. Это же очень интересное место, недооцененное кинематографистом. Модерн. У нас очень много интересной постройки. У нас очень интересный... Вообще отдельное спасибо, что город развивается в плане архитектуры. Это интересно. То есть мы заезжали сюда с операторской группой, там, например, с Вовой Ивановым. Это именитый киевский оператор, очень крутой парень. Он говорит: блин, ребята, у вас Берлин, у вас очень интересная фактура, у вас очень интересная текстура. Почему у вас ничего не снимают? Вова, извини, я не знаю, почему так происходит. Соответственно, мы будем делать упор на визуальные исторические объекты в городе, в том числе. Здесь можно собрать ансамбль очень крутой. Правильно посмотреть на Речпорт, правильно посмотреть на Метеор. Это выглядит как киберпанк, даже в том виде, в котором он выглядит сейчас. Такие апокалиптичные, то есть будивли, да? Да, именно Ледовый дворец. Да, да, да. Вот. И что важно, нельзя снять кино про город и заставить людей смотреть его. Но кино, снятое в городе, оно популяризирует Дніпро як таковий. Ось така от у нас одна із задач. Михайло, а що вас цікавило в цій стрічці, яка вже знімається, яка буде, коли вона, до речі, буде 23-й рік орієнтовно? Ми плануємо всю мощний період зайти в следующем году, ближе к літу. Угу. Так, от що вас надихає, спонукає вкладати гроші в це? На самом деле сценаріїв не один вже є. Тобто є, ну, на заре, скажем, начала нашей деятельности, когда мы не понимали финансовую сторону, то, что я же говорю, что многие сценаристы пишут, не понимают, сколько это денег будет стоить. То есть надо было пройти этот путь, и вот когда ты понимаешь, да, вот здесь в городе,
то есть нашей командой, которую тоже надо было собрать. Потому что я вам скажу, что то, что ценник, например, киевских операторов, вот ты привозишь, ну, хороший киевский оператор, то есть ему надо еще, кроме того, что он стоит, суточный оплатить, проживание ему оплатить. И когда ты набираешь команду не днепровскую, вот я просчитывал, фильм ровно на 100 тысяч дороже. Потому что технику надо с Киева привезти, людей с Киева привезти, актеров. И вот сейчас... Ну, не национальная валюта. Нет. Ну, 100 тысяч долларов. А долларов? То есть это, образно говоря, то есть где-то порядка там 2,5 тысяч долларов в день расходы просто на содержание плюс гостиницы. И ты не можешь поселить людей там, например, в шестером. Если у всех смена начинается в 8, то человека должно на один туалет не больше двух жить, потому что они одновременно все встают. Угу. И, соответственно, то есть надо была команда в Днепре. Сейчас она собрана. От первого актера и режиссера и, скажем, до оператора, фокус-пуллера. То есть вся техническая база в Днепре, она вот собрана. Она годами собиралась. С кем-то там поработал. О, он классно работает. С кем-то там поработал. О, давай вот этого потянем. То есть поэтому сценарий, вот этот сценарий, он уже писался с пониманием, сколько эти люди в Днепре стоят, то есть как мы будем снимать, кого мы привлечем, что мы будем показывать. И поэтому это не первый сценарий. Есть сценарии, но они просто других денег стоят. Mm-hmm. Да, то есть, это как... до лучших времен. Ну а взагалі, от якщо ми про гроші, який орієнтовний бюджет? До полумиллиона – это его потолок этого проекта. Мы пытаемся опустить эту планку, чтобы, опять же, это работало как бизнес и им окупалось. Потому что это, как правило, там треть среднего бюджета украинский. Ну фильм. Да, для обывателя, для зрителя полмиллиона долларов – это такая цифра. А на самом деле для кино это копейки. Для украинского в том числе. Ну, не копейки, но это в рамках того, что это жанр фантастики, в рамках очень сложного визуала. Опять же, напомню, я занимался визуальными эффектами, я понимаю, как сделать так, чтобы это выглядело там на ноль дороже. Но то, что у нас будет происходить в кадре, мы планируем сделать не задорого, но качественно. Так, Олеже, Михайло, ну, в принципі, будь-яка робота зазвичай так робиться для того, щоб отримати щось. От кінцева мета – це є прибуток, це є що? От ваше бачення, у нас залишаються буквально 2 хвилини, буквально по хвилинці. Создати індустрію. Іменно в місті создати індустрію, коли люди сторонні, які не займаються фільмами, знають, що є кіностудія, знають, що вона робить якісний продукт, який цікаво подивитися, плюс це приносить гроші, тому що перший, другий фільм, на третій вже люди просто будуть приходити, включая навіть, може, і західних інвесторів, говорять, да, ми знаємо, що, як ви знімаєте, ми під от цього чоловіка, під цього режисера готові дати гроші. В тому числі. Олеже, як режисера, ваша кінцева мета? Ее нет. Я хочу двигаться постоянно. Моя цель либо меняться с этим проектом, цией, да, показать, что это работает. Смотрите, это сделано в Днепре, это выглядит круто, за это не стыдно ни создателям, не стыдно перед зрителям, и еще это принесло деньги. Потому что все-таки это бизнес. Когда это станет бизнесом, мы сможем кино поднять на какой-то определенный высокий уровень. Я за это. Творчество, бизнес, оно должно работать параллельно. Ну, вы сказали, что кінцевої мети нема, тобто є якісь ще проекти. І ще, і надіюсь, там наші діти це продовжують. Так, да, ну, можемо назвати, у нас ще так, буквально 30 секунд лишається. От що, окрім, скажімо, цієї стрічки, чи головне завершити, все-таки розпочати? Так, да, у нас по наростаючій, починає от кіно, яке буде працювати на всіх рівнях, закінчує комікс-героєм, який дійсно буде українським і при цьому буде понятен внешньому зрителю. Тобто є у нас такий проект, он называется «Комикс Хантер». Это очень дорогое кино, и когда-то мы обязательно к ним вернемся. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Панове, я дякую вам за цю розмову. Спасибо большое. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі були Олег Стахурський та Михайло Кукса. На все добре.